На днях парк Гагарина стал ареной для достижения нового рекорда. Челябинский строгмен Эльбрус Нигматуллин полностью прокрутил колесо обозрения за 8 минут. Скорость, с которой колесо сделало полный оборот, оказалась выше, чем передвижение аттракциона благодаря механизмам. Действие происходило на глазах у публики, пришедшей поддержать спортсмена. Большую часть зрителей составило подрастающее поколение. Хочу сказать, что в любое время, в любом возрасте можно прекрасно себя в прекрасной форме содержать. И не только в форме содержать, но еще рекорды устанавливать. Это, конечно, посыл в первую очередь вот, в адрес молодежи, которая ищет многие, ну не скажу все, многие ищут отговорки. Нам тяжело, у нас нет денег, у нас, значит, нет возможностей. У меня тоже не было никаких возможностей. Я даже сейчас скажу, и у меня и сейчас еще очень мало возможностей тренироваться полноценно. Но, тем не менее, я нахожу способы держать себя в великолепной форме. И показывать рекорды не где-то там в Москве, в Иркутске или за границей, а здесь, в Челябинске. Эльбрус Нигматуллин стал вторым человеком в мире, решившимся на столь оригинальный рекорд. И первым, кто его поставил. Поддержать спортсмена пришли посетители парка, поклонники, а также коллеги силача из команды Эльбрус Тим. Показал, что надо достигать любых целей в спорте. Что надо также стремиться поднимать, толкать. Жать, показывать себя лучшим. Трудности при выполнении возникли лишь в конце. На последних 2 минутах до установления рекорда колесо перестало поддаваться. На помощь челябинскому строгмену пришел его друг Алексей Золотухин, и колесо все-таки удалось сдвинуть с места. Мне очень понравилось, на самом деле. Я сначала думала, что он не справится, когда он там встал, не мог никак сдвинуть, но потом... Когда он начал сдвигаться, во мне появилась какая-то радость. Эльбрус Нигматуллин многократно становился победителем турнира «Самый сильный человек России». Колесо обозрения для него – не предел. Спортсмен готов покорять новые вершины и ждет от своих поклонников оригинальных предложений, чтобы в очередной раз испытать свои силы и послужить для молодежи примером для подражания.